Ре. Весь этерс ир те. И в завершении выпуска советуем хорошенько высыпаться в оставшиеся рабочие дни. Копите силы, потому что уже в эту субботу по всей Латвии пройдет Ночь музеев. В программе заявлено 190 мест, которые можно будет посетить бесплатно. Музеи, театры, выставочные залы и библиотеки. Лейтмотив «Ночи музеев» в этом году – борьба за независимость. И тема «Талова Стаура» – это «Селиталовский трубач». Так называется стихотворение Рудольфа Блауманиса. По прогнозам мероприятия посетят около 200 тысяч человек. «Ночь музеев» – акция, которая проходит по всему миру и приурочена к Международному дню музеев 18 мая. Сами сотрудники наших музеев праздник отметят позже, 24 мая, когда Общество музеев Латвии вручит призы за самые значимые художественные проекты. В этом году впервые будет номинация «Приз Мэри Гринберге». Он будет присуждаться не проектам или команде, а конкретному человеку, музейному работнику, который внес самый большой вклад в сохранность и популяризацию музейной коллекции. Мэри Гринберга во время Второй мировой войны помогла сохранить большое число экспонатов латвийских музеев. Традиция «Ночи музея» зародилась во Франции в 1999 году. Ее цель – привлечь в музей людей, которые редко их посещают. Полная программа «Ночи музеев 2019» на домашней странице акции museonacts.lv.